Нет, это не райские яблочки. Это хурма. Это очень вкусный, благоприятный и полезный. Как это называется? Ну, это же не овощи. Это фрукты. Эти фрукты доставляют нам удовольствие. Это что-то среднее между яблоками и арбузами, но в то же время это сладкий, полезный, приятный продукт. Рекомендую для вживания и користування. Гарно дякую. З вами був Леонід. Звертайтеся, лайкайте і підписуйтесь. З повагою, Леонід Іванович. Місто Мукачево, село Ракошино.